Добрый день всем, ребятки, привет-привет. Это я, не пугайтесь, голос у меня изменен. В общем, что-то со мной случилось такое, что утром стало говорить не могу. То ли мы громко говорили, то ли я немножко перенервничала. У меня там был немножко неприятный инцидент в пенсионном фонде по поводу оформления. В общем, чуть-чуть не пропало у меня 3 года из стажа, но я добилась. Немножечко нервничала. Не знаю даже причину. Может быть, от переизбытка эмоций. Может быть, громко говорили. Но, в общем, утром голос сипит. И Витя меня лечит молочком и мятой. Завариваем, пью теплое молоко с мятой. Вот. И Витю не видела 2 суток. Соскучилась. Сестру проводила. И садимся ужинать. Да, Витюш? Витя там по хозяйству. Ужин у нас такой сегодня, скажем, в принципе, ничего не готовилось. Все, что есть в холодильнике, поджарили картошку молодую, кабачки, вот, остатки тюлечки, хамсы, кстати, хамса, остатки почеревка, который был сделан в мультиварке. Это майонез с чесночком. И салат сделала. В общем, все, что есть в холодильнике, я накрошила. А именно, 2 яйца, много зелени, капустка, свежий огурец, свежий помидор. Чесночок, соус посолила и квасу налили по стакану. Квас готов. Вторая заквасочка еще стоит. Добрый вечер. Это наш Витя, которого 2 дня мы с вами не наблюдали. Пришел. Ну что, дожди. И сегодня у нас, да, уже снова было раз, два раза уже, да? Да, посещают нас дожди. Трошки, угу, да не трошки даже. Да, уже так. Что ж ты мое любимое слово украл? Да. Новый букет у нас, новый. Это вчера, позавчерашний, а это сегодняшний. Вот такая красота. Сейчас я свет. О, вот такая красота. Ромашки, и белые ромашки, и василечки нежненькие. Бледно-голубой, сиреневый. В общем, даже не понять, что за цвет такой. А ты обычно, сестра мне говорит, так это ж колючки. Я говорю, так посмотри. Ну, да. Ты видишь в ней колючку, а я вижу в ней цветок. Розовые вот такие эти самые тычиночки, мягонькие, пушистые. Я вижу в нем не колючку, а цветок. Видите, вот каждый видит, я не в обсуждении. Человек видит так, а я вижу цветок. И Витя тоже. Радует то, что у нас с ним одинаковые виды на цветы. И понятия природы. Ребятки, что я вам хочу, вы задали вопрос, что почему про Наташу мало рассказала. Ребят, ну, скажем так, это ее жизнь, и я не собираюсь. Кому интересно, давайте пообщаемся в прямом эфире, может быть. Но я не думаю, что это как контент должно состояться у нас на канале. Наташа приехала, уехала. А по поводу того, что я мало ей времени уделила, вы не правы. Запись у меня была уже месяц назад, и она ходила со мной, я никого не притесняла, не обидела, и, скажем так, внимания ей уделилось довольно-таки много. Что, мои хорошие, планы, все планы, в общем, по даче, собирались на даче, Юля ждет, но она говорит, мам, в огород не просто пройти нельзя, она подскользнулась, там чуть не упала туда, ну просто даже дорожку, вот эту в огороде дорожка, и та она вся в грязи, то есть даже ее не видно, некуда ногой ступить. Сидите дома, да, что ж там делать? Да, не навреди, не навреди сейчас. И по поводу ремонта тоже. Крышу там перекрывать надо. Ну, надо брать эти листы, покупать, да, все делать. Да, и опять же по грязи не полезешь на крышу, согласитесь. Поэтому день снова пропал. На завтра... Не пропал. Я имею в виду пропал по поводу дачи. Видите, тоже надо отдохнуть. Не надо считать, что день пропал. Бог дал день, он не пропал. Леночка, да. Она трошки бывает неправильно выражает свои. Не пропал, он прошел по-другому. Я имею в виду относительно дачи, Витечка. Не, Лена. Так нельзя говорить. Завтра, что будет завтра, встанем утром, будем смотреть, что будет завтра. Петь насчет песни ничего сегодня не скажем, потому что Витя устал. Ну, сами понимаете, 2 суток. Вот, я ему не помощник, мне надо лечить горло, вот, и, в общем, вот так, ребята, гости хорошо в доме, но идет сейчас стирка, уборка, все это нормально, все это хорошо, я рада была ее видеть,
Но у нее тоже есть свои дела, она поехала по своим делам. Ты сюда снимаешь или туда? Я стол и тебя снимаю, знаю, красавца, да, тебя снимаю. Расскажи, как у тебя, грязи много на работе? Хватает, вот немножко уж, есть. Вот но, ну, она не лечебная, а такая грязь. Уровень воды поднялся, отошли. Да ты что? Ну, я же не вижу, сколько водички падает. Собака в будке сидела или где-то лежала на этом самом? Ну, на их будке, под моей будкой, да. И она до меня прямо, я ее чуть не отпустил, она в доме заходила. Но боится дождя, уходит к тебе или лежит спокойно? Ну как, ну прячется, а я же. Прячется. Сейчас линяет, такая, как бы, ну не привлекательная. Некрасивенькая. Да. Ну да, бывает линька, конечно. Но она все равно умничка. Витя рассказывал, что машина вот проехала. Ну Витя себе пошел в дом, она все гавкает и гавкает. А она, что там, она проехали и едут другой стороной или как? Нет, другая машина. А, другая. Если другая машина, она раз подает мне и смотрит на меня. Типа подает тебе сигнал. Подает сигнал, я смотрю куда, и она на меня. Ничего себе. Машины едут, она по-дурному не гавкает. Ну, она знает свою работу, да, не она зря. Она именно, да. Именно раз тут легковая машина появилась, на раз... Подала знак мені. Рибаки їдуть там з арбузинки, рибаки на мопедах, на велосипедах, на подає знак. Ескаватор їде, подає. Машини їздять? Ні. Перша машина появиться, подасть, а потім ні. От умничка. Да, іменно. Собака не зря кушає свій хліб. Не знайшла телефон. Да, мой да, телефон. Да, ти я з нею бігав, я вже розказував, ну це ж чудо. О, і там би була паніка, я вже збирався, попробую, де він? Так би кинувся, нема телефону. Я вже хотів його прив'язувати, все, вона раз, ну думаю, хай круг наріже. Біжить щось до дерева во рту, в телефоні все. Ну не чудо. І це молоденька, це ж вона тут з прошлого року, ну щенок. А вже принесла вже така подросток хороший. Чудо, Сима. Сима там красопуля і добрейша така власна, ну, любвіобільна. То, вообще, я даже слов мене не було. Так, ну все, тогда мы садимся ужинать, потом, может, да, что-нибудь еще к вечеру. Кто садится с нами. Всем приятного аппетита. По планете. Всем приятного аппетита, да. Кто с нами? Все. Всем приятного. Всем пока-пока. Все, пока-пока. Ребят, самое интересное вам забыла рассказать, что у меня приключилось у нас в доме. Когда приехала сестра, она мне позвонила встретить меня, потому что она забыла город, ее нужно было встретить. Пропал Степа. Я пошла ее встречать, Степы нет. Я пропал. Говорю, где Степа? А двери я открывал, да. Я делал сквознячок, потому что лень и жарко постоянно, вечно. О, и я сквозняк. Я тоже испугался, а Лена же накрутила, боже. Ну мы проверяли весь дом. Да ну. Ну да. Проверял. А він буває, кот именно що часто, где-то по диван залезет, бывало такое. Лена біжить там на 7 часов, я на 8. И выхожу, и нема, бувало ще в тій квартирі отак. Степа зовешь, а він, ну, такая в него. Что он вся... там делает, я не да. знаю. В общем, когда я убежала, мы Степу не нашли, а Витя бегал по этажам. Да, я же бегал, я он, хотел... Представляете, что... сами, 13-й, 1-й, вот так. Он говорит, ну, боже, Степа, в подпале. Степа нема. Я шла с таким настроением. Тут Лена, да, бачу, мол, не бросает, все, ну, я чувствую, что я... Ой. Ну, и виноватый буду я, конечно, что двери открыл, что Лене жарко, а я... Да, что вы думаете? Что? Долго это вся была вот эта процессия, я вот так вся... Лена, внимательно, кажу, кругом шкафа, да я все пересмотрела. Все, пересмотрела. Что вы думаете? Приходим мы домой, он услышал запах чужого человека и выходит со стороны зала. Где он был? Я за креслами смотрела, под диваном смотрела. Все, Степа вышел у меня. Вот такая вот беда. Это у нас второй я раз ходил, шукаю жизни. На телефон. Витя, все подобно. Второй раз в жизни он у нас теряется, да? И, ну, один раз он действительно вышел. Не, ну, вышел, и соседка просто его закрыла, что для того, чтобы
Ну, у них где-то пропал кот. И, каже, я закрила для того, чтобы все. Я звоню, а она выключила звонок, бо ребенка спать положила, например. Маленький спасибо, ребенок. Видишь, она его дома держала. Не, ну Лена ж подняла там весь гараж, да. Всю станцию. Я звонила соседу, у соседа кот. У соседа кот. И, а это самое, Витя говорит, там кот мяучит. До соседа я дозвонилась, его по рупору звали в гараже. Он говорит, соседка звонит, что такое, что случилось? Я говорю, у вас есть кот? И он говорит, есть, все. Думаю, нет, то не наш. А я говорю, я тебе кажу, нявкает, где-то звуки подає. О, кажу, десь він є, не знаю де. По, о, кажу, соседа там, чи вона, Лена туда. В общем, вот такая новость. Но она как, очень хорошо закончилась, слава богу. Но шок я получила. Лена, вона сильно за нього труситься, боїться, що украдуть його. Що він красивий. І тільки десь він є, то не дай Бог, а вона на вулицю ми на сніг виносили, так сніжком його так трошки набирав там чисто, о, що біжеш, ну, бобу. А він так іже, ну, не бачить того снігу ніколи. А вона ж боїться, він каже, он шуганет у підвал. Під машину. І ми його не знайдемо. Да. Все, і на хорошій нотці. У нас остиває ужин на хорошій нотці. Все, ребятки, всім пока, до завтра. Пока, до завтра. Завтра будет что-то прикольнее, я думаю. Все, счастливенько.